Любимое казачье блюдо – вареники – соберут на фестиваль кулинаров, хуторов и станиц Кубани. Она не раз удивляла гостей Атамани своей выдумкой и кулинарными находками. Один шоколадный вареник от анапских поваров чего стоит. И на этот раз наши хозяйки приготовят гостям хаты винодела очередные новинки. Вместе с аппетитными закусками гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов, фольклорных ансамблей, выставка народных ремесел и художественных промыслов. Комплекс Атамань 13-14 июня фестиваль вареников ждет гостей.